21 площадка, 3 дня работы и нескончаемый поток развлечений. Ночь искусств в Северодвинске, которая пройдет со 2 по 4 ноября, обещает быть интересной. О том, что будет на площадках, расскажет Екатерина Исакова. Искусство объединяет. Под таким девизом со 2 по 4 ноября в Северодвинске пройдет всероссийская акция «Ночь искусств». Кукольная галерея, театр драмы, ЦУМ – каждая площадка уникальна. Интересно будет не только взрослым, но и самым маленьким гостям мероприятия. Также без остановок у нас будет работать мастер-класс «Волшебная бумага». А еще в это же самое время для ребят, может быть, возраст чуть постарше, стартует занятие «Бытовой уклад поморов», а это интерактивное, игровое, совершенно замечательное занятие. Путешествие на восток предлагает детская художественная школа номер 2 и кафе индийской кухни «Хинди». Подготовились удивить и библиотеки Северодвинска. В мире знаний расскажут, почему так важен для России футбол, и научат популярному танцу болельщиков «Черлидингу». Центральная библиотека поделится рецептом семейного счастья и заставит пошевелить извилинами в игре «Мозгобойня». Концерты, джем-сейшены, караоке предложат своим гостям творческое пространство «Мост». Музыкальные сюрпризы подготовили и детские школы искусств. К примеру, 36-я посвятит «Ночь искусств джазу» вместе с Эллочкой-людоедочкой. А в школе номер 3 детям покажут сказку «Волк и семеро козлят». Мы постарались объединить музыкальную сказку, театрализованное направление в искусстве, хореографический мастер-класс, который предполагает именно вот танцевальное искусство, и живая музыка, концертная программа, музыкальные ассорти, где будут звучать произведения. Две площадки в «Ночь искусств» организованы на острове Ягры. Это площадка детской школы искусств номер 34 и библиотеки «Кругозор», наполненные всевозможными мастер-классами, концертными программами и выставками. Любителей кино на «Ночь искусств» ждут на трех площадках. Это парк культуры и отдыха, центральный универмаг и театр-студия «Премьер». А пространством, собравшим на своей территории молодых дизайнеров, блюзовые и джазовые коллективы, любителей бардовской песни и всех, кто любит заниматься фитнесом, станет дворец «Молодежи-строитель». В 5-й юбилейный раз искусство будет объединять северодвинцев более чем на 20 площадках по всему городу. Традиционно мы проводим в один день, а в этом году программа включает нон-стоп от 2 до 4 ноября. Эта программа обширная, она интересна взрослым, она интересна детям, она интересна семьям, она интересна тем, кто проводит досуг с умом, она интересна тем, кто хочет замечательного просто развлечения. Завершится «Ночь искусств» парадом фейерверков и уличной программой с участием фаер-команд из Архангельска. Полную программу «Ночи искусств» можно найти на сайте администрации Северодвинска и в группе «Ночь искусств Северодвинске» в социальной сети ВКонтакте. Екатерина Исакова, Юлия Митина, Ольга Красулина, «Регион 29».